А ко мне приехали дети. Вот, дочка, и мы пошли гулять. Ой, так вот рука вытяну. Там маленькие дети бегут с папой, а это большие. Мы сейчас пойдем погуляем маленько. Ну где вы там, мои малышки? Одна малышка, вторая малышка, да? Вот они, мои две кулемы, да? Мои кулемы? Ну, кулемы две. Съездить на речку. Дорога у нас тут такая, конечно, ухабистая. Вот. Дед с мужем куда-то. Ой, дед с мужем, говорю, господи. Дед с мужем. Зять с мужем. Дед с зятем куда-то уехали, не знаю, в лес. А мы поехали на речку с девчонками, да, девчонки? Да! Обещали сегодня дождь, не знаю, вчера был дождь, гроза была вчера, ну не сильная, так что-то погремело немножко, но дождик прошел. Вот, сегодня не знаем, что будет. Сегодня у нас 4 августа, сегодня день рождения моей младшей дочки. Идти, конечно, далеко, хорошо, что дети на машине, и поэтому мы едем. Машинка стоит, но, может быть, там, потому что село, деревня. О, еще одна машинка. Деревня за речкой. Ну, купаются, наверное, даже. А может, рыбу ловят. Вот так вот мы сидим. Отдыхаем, загораем. Пляж пустой. Мы на пляже абсолютно одни. Вот дочка там что-то спряталась. В телефоне смотрит. Ребятишки бегают по берегу, по краешку воды. Мы уже перекусили и бежим, сидим, вернее, загораем. Солнышко светит. Красота. Вот такая вот красота у нас. Здесь рыбаки стоят, рыбу ловят. Там коровки пасутся. А мы играем в карты. А мы играем в карты. Ну все, мы маленько отдохнули на бережку и поехали. И поехали домой. Девочки, вам понравилось? Да. На берегу. Да? И нам понравилось. Да, доча? Тебе понравилось? Решили вечером еще прийти сюда на закат пофотографироваться. Все, едем домой. Но домой мы такой стране попали. Получилась у нас авария. Вот так вот мы перевернулись. Конечно, это было очень неожиданно и страшно. Дети, конечно, очень напугались. У дверцы открыты. Эта младшая внучка успела открыть двери и выскочить. И старшая тоже за ней выскочила. Это мы уже вызвали подмогу. Позвонили. Ну, дочь позвонила зятю, мужу вернее. И с дедом они приехали. Здесь вот организация недалеко. Комхоз. И вот мужики вытащили
вытащили машину, подняли. Ну, слава богу, машина была нормальная, все. Как бы и мы сами нигде не поранились, даже не ударились, как бы, потому что ехали не на скорости. Вот, и, ну, вот, видите, здесь просто канава или овраг, как сказать, не знаю. Ну, то есть, не получилось объехать нам лужу, а буквально одно колесо пошло в сторону, и она легонечко заварилась на бок, потом на крышу. И в таком положении нам пришлось вылазить из машины. Но, слава богу, все хорошо. Вот здесь еще и трактор на подмогу подошел. Короче, машину вытащили, убрали на стоянку. Ну, не на стоянку, а на территорию вот этой организации комхоза. Ночь она пробыла там. И на утро с мужем съездили. Своим ходом зять приехал уже сюда домой. Сейчас покажу, в каком состоянии машина. Вот в таком виде машина. Вот лобовое стекло немного. И вот здесь вот двери. Ну вот здесь вот крыша немного. Все, дочь моют, убирают. На машине приехал сам. Да, здесь вот еще маленько вот побито. Здесь побито. А еще я потеряла шлёпок. Ты в нем была? Нет, но я прямо перевернулась, он мне на полу лежал. Ну ладно, ничего страшного, это небольшая потеря. Главное все. Главное, все живы и здоровы. Слава тебе, Господи. Ангел-хранитель нас сохранил. Вот, спасибо и ему. Телефон тоже. Все, моют, убирают сейчас здесь. Готовятся, хотят поехать. Дочь отрабатывает. Давай, давай, подожди, подержу. Все, пылесосят, моют, убирают. Нормально, все равно машина более-менее в хорошем состоянии. Сейчас вымоют ее и будет как новенькая. Ну, немножко помятая. Вот, внучка старается, работает, да? Моет машинку, пылесосит.